Приезд Бориса Грачевского и набор в первую школу «Яралаш» скружил голову 11-летней Ангелине окончательно и бесповоротно. У кого брать автограф для девочки также не принципиально, как и кем быть на съемках – актрисой или ассистентом. Мне прям хочется плакать и радоваться, потому что мне безумно приятно, и то, что на меня хотя бы обратили внимание и мне дали автограф. Просто, ну, не каждый раз обнимаешь губернатора Амурской области.